Всем привет, ребята! Вы на канале ТНТ Фокс. Сегодня решил повзрывать различные Corsair 3, посмотреть, чем они отличаются, какие будут взрывы. Также, ребята, взял для сравнения Corsair 2, а также вот такой Spanish Cracker 4 маленький. Посмотрим, как он будет на уровне с Corsair 3. Есть вот такие Corsair 3, так, от Кометы на 4 взрыва. Есть от Joker Fireworks на 3 взрыва. Есть от Tropica двойной взрыв. От Joker Fireworks на 5 взрывов. Так, это у нас вот такой Corsair от Fieri, просто третий. Также вот такой третий от Fieri. Посмотрим, чем они отличаются. Corsair 2 от Золотого Дракона. Так, здесь еще Corsair вот такой от Золотого Дракона на 2 взрыва. Так, вот такие казацкие Corsair 3 на 2 взрыва от фирмы Zeus. И вот такой Corsair на 3 взрыва от Максим. Так, вот так выглядят. Что ж, давайте смотреть. Так, сейчас давайте возьмем для начала обычные Corsair 3, вот такие сравним. Вот, посмотрим, как они взрываются. Так, буду один лежа брать, один стоя взрывать. Так. Так, давайте тестить. Так, один внутрь. Вот так, поглубже. Сейчас будем поджигать. Смотрим. Вот такой разрыв. Так, и давайте один вот так положим рядышком. Вот такие были взрывы. Так, давайте возьмем теперь вот такой. Посмотрим, чем он отличается. Также две штуки. Так, здесь вот такой розовый запал. Давайте вот здесь установим. Смотрите, вроде бы побольше дырка. Так, давайте лежа положим. Не знаю, мне показалось этот мощнее. Не знаю, напишите в комментарии, как вам показалось. Давайте дальше смотреть, какой бы тут сравнить. Давайте сравним вот такие казацкие с вот такими тропиками. Так, вот это все будут на 2 взрыва. Смотрите, сейчас выберем. Так, и вот это на 2 взрыва от Золотого Дракона. Так, давайте первый пойдет тропик. Две штуки. Так, тропик. Первый вот так. Берем зажигалку. Ух, ничего так стрельнул, смотрите. Так, и один лежа. Ну, что я могу сказать, вот этот на 2 взрыва будет помощнее, чем предыдущие, просто третьи. Так что советую второй покупать. Так, давайте дальше посмотрим. Так, казацкие. Также 100 штук в упаковке. Берем 2. Вот такие. Вот так один установим.
Предыдущий был помощнее. Смотрите, даже ямки не видно. Давайте посмотрим, как так взрывается на поверхность. Ну, в принципе, на поверхности ничего так. Так, давайте сейчас установлю камеру, распечатаем вот такой корсар. Сейчас покажу, как выглядит. Вот так. Вот так прорисованы, смотрите. Ну, этот по дизайну мне больше всех нравится, смотрите. Здесь все хорошо нарисовано. Так. Идемте тестить. Так. Вот так установим. Вот, смотрите, мощнее всего. Смотрите, какая дрянь. Вот там, как будто бы очень огромная петарда взорвалась. Так, и давайте один здесь. Да, ребята, этот был громче всех. Так, вот это было три вот таких корсара третьих на два взрыва от тропика, казацкие и вот такой корсар от золотого дракона. Мне показалось, вот этот был самый мощнее всех. Что ж, ребята, так, отложим в сторону. Давайте дальше взрывать. Так, давайте теперь сравним, сколько тут взрыва есть. Вот такой на три взрыва есть и на три взрыва вот такой. Давайте их сравним. Так, сначала пойдет вот такой Joker Fireworks 2. Так, давайте их вот так установим. Погнали. Один не сработал взрыв. Так, уже плохо. Давайте вот так проверим. Вот так сработало три, очень громкий. Так, взорвем теперь вот такой от Максим. Открывайся. Так, два вот таких. Вот такой дизайн. Так, поставим один здесь. Так, здесь сработало три. Давайте вот так. Также, ребята, три сработало. Отлично. Так, давайте посмотрим дальше, что тут у нас есть. Есть у нас на четыре взрыва. Вот так. Возьму несколько штук. Вот так, возьму три связочкой и два так проверить. Так, установим. Проверим, все ли взорвется. Очень быстро четыре взрыва. Так, вот так положим. Разные стороны. Ну, в принципе, было нормально. Так, давайте здесь сделаем
мини-связку вот так, и пусть летят. Отлично рвануло. Так, это были у нас вот такие корсары 3 от кометы на 4 взрыва. Так, давайте дальше вот такой Spanish Cracker затестим. Или давайте на потом Spanish Cracker. Так, откроем сейчас. Давайте на 5 взрывов. Есть у меня от Fiery и от Joker Fireworks. Посмотрим, чем отличаются, кроме как упаковками. Какие взрывы будут. Вот здесь, смотрите, такой дизайн. А здесь ничего. Так, поставим где-то на чистом месте. Вот так поглубже. В принципе, не всегда 5 взрывов есть, но давайте посмотрим. Смотрите, отлично, 5 взрывов от Fiery. Хорошо сработало, даже смотрите, какая воронка. Рука туда влезет. Вот так. Так, и давайте вот так один. Так, что-то один не сработал. Был один взрыв, давайте дубль 2 сделаем. Не получилось у него взорваться. Короче, аж в воздухе он рванул возле дерева. Очень громко было, отличный корсар. Так, давайте вот этот теперь протестим. 2 штуки. Вот так выглядит. Без черепков. Так, вот так сюда его установили. Пошел дымок. Есть 5 взрывов. Так, и ложим вот так. Ну, можно сказать, есть 5 взрывов. Один немножко просрал, но ничего. Так, были вот такие корсары 3 на 5 взрывов. Сами выбирайте, какие покупать. Так, давайте теперь сравним вот такой Achtung. Думаю, все помнят, какие были взрывы. Так, давайте его тестить. Возьмем 2. Посмотрим. В принципе, Корсар 2 взрывается на уровне с 3-м. Так что не знаю, есть ли смысл переплачивать. Так, один вот так. Так, немного не сработало. Вот такой Корсар 4. Второй. Еще раз протестим. Я вам скажу, очень громко, погромче, чем третий корсар. Громче всех, наверное, за сегодня. Так, давайте теперь вот такой был Корсар 2 от Золотого Дракона. Теперь проверим напоследок СК-4 Spanish Cracker. Он на уровне с этими корсарами должен быть. Так, вот так 2 берем. Ой, теперь нужно
найти, где здесь фитиль. Так, сейчас. Вот так. Так. Установили. Поехали. Да уж. Не знаю, есть ли смысл за него переплачивать. Поскольку пачка очень дорогая выходит. Взрывается вообще ужасно. Так, ну давайте один протестим чисто на снегу. Да уж, Корсар 2 был намного громче. Смотрите. Короче, вот такие взрывы получились, смотрите. Было много Корсаров 3 сегодня. Надеюсь, вы выбрали для себя лучше, какие лучше покупать. Надеюсь, видео вам понравилось. Обязательно поставьте лайк за старание. Пишите, что вы думаете по поводу сегодняшнего ролика. Собирать еще такой тест с Корсарами 2 и Корсарами 1. Напишите обязательно в комментарии, если хотите. Также, ребята, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Подписывайтесь на второй канал, ссылка будет здесь, а также в описании. На втором канале выходят также крутые видео с пиротехникой, как и здесь. Всем советую заценить. Также, чтобы не пропускать новых видео, нажимайте на колокольчик, тогда вы будете в курсе всех событий. Смотрите, здесь 4 ролика, они тоже очень клевые. Также пишите, собирать или не собирать такие топы с Корсарами 1, 2 и 4. Если нравится, обязательно сделаю. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.